Вы не должны его лечить. Они угрожали вам или вашей семье? Что у меня на совести будет один укол, а не смерть всей ее семьи. Еще раз коснетесь моей жены, и я вышвырну вас на улицу. Я же сказал, все в порядке. Геноцид. Я пытаюсь навести порядок. Думал, у меня будет паническая атака. Чейз мне врет. Должны сдаться в руки полиции. Наш пациент Дебал. Я его убил.